еще хвостиком виляешь, а, козленок? Иди сюда. Иди, мой хороший. Иди, мой маленький, иди сюда. Иди, мое солнышко, выходи. Иди, мой мальчик, иди сюда. Давай. Давай, мама тебя поднимет. Вот так. И на кроватку. Здесь мягенько и хорошо. Ложись. Это лапки. Это сломанные, страшно. Страшно изломанные задние лапки. Девочки, а малыша с лапками Дарика назовем Тулус. Граф Тулузский. Договорились? Пусть он носит французское имя. Ему что подобает ему шарма? Здоровье, улыбки. Тулузик, Тулус. Теперь я ни за что не забуду. Граф Тулузский. Будем делать рентген. Да, маленький. Сейчас будем делать рентген. Малышка. Делать массажи, играем. Токи еще не начали делать, потому что там нужны какие-то специальные электроды. Мы их ждем, мы их заказали, ждем. Как только электроды к нам приедут, мы сразу покажем, как мы делаем еще и низкочастотные токи. Видео, где делают токи для Дарика, мальчика-инвалидика нашего. Девочки, милые, я не знаю, что придумать. Но скажите, как мне отсюда быстрее уехать? Как мне отсюда быстрее уехать? У меня еще такая проблема. Звонит мне соседка где-то часа два назад. Не часа два назад, а где-то часов в 7 вечера. И говорит: Валя, ты зачем мои помидоры забросала опилками с какашками? А нет, собачьими какашками. Я охренела, если честно. Говорю: Люба, говорю, не поняла. Ну все, говорит, давайте. Забор у нас, говорит, с тобой 2.5 метра. А на моих помидорах лежат, говорит, собачьи какашки с опилками. То есть я наняла 2 пацанов убрать вчера. А они сегодня справились. Они убрали вольер. А чтобы мешки не таскать, они все какашки из вольеров перекидали через забор к соседке на помидоры. Вы представляете, что они натворили? Мало мне проблем с соседями. Так теперь еще... Начинаем удобрять помидоры соседские какашками собачьими, представляете? Пипец просто. Завтра придут, если я их убью. Я их прямо здесь во дворе и закопаю. Таня, здесь название города говорит само за себя. Здесь не люди, а упыри какие-то. Попадается 1-2 человека, и то приезжие. А местные — это какие-то не люди. Я вообще не представляю. Девчонки, я не могу. Я или сдохну здесь, или все-таки наберу сил, чтобы уехать. Я не выживу здесь. Просто не выживу. Каждый день что-то. С утра, вернее, после обеда. А, с утра кошка, да. После обеда щенок с поломанной лапой. Котенок маленький, брошенный под забор. А вчера ночью, в час ночи, кошечка, у которой подушечки лап, язвы сплошные, потому что она наступила на горячий металл в цехе. Понимаете, это вообще невозможно. Я не знаю, не знаю.
Таня, если я останусь, умру я. Спасибо, Наташенька. Только прости, до почты я сегодня не дошла. Ни посылку не смогла забрать, ничего. Я целый день опять капаю и бегаю по вольерам. Девчонки, я немножко зашилась. Я прошу прощения, что я не успеваю выйти и поговорить с вами. Девочки, я... Вот я сейчас заканчиваю вот эти капельницы, а мне через час надо начинать новые. Повторите. И я целый день, вот я уже третьи сутки капаю. Плюс бегаю дома, дела делаю какие-то по мелочам. В вольерах тем водичку дать, тем глистогонку, тех осмотреть надо, тех отсадить. Ну, чего такие дела, ребята. И еще у меня сегодня опять, девочки, у меня сегодня ребенок со сломанной лапой. Месяца три с половиной малышки. К врачу повезу завтра. Обычная серая девочка со сломанной передней лапой. Тяжелых вот маму с детем разместила здесь, а троих, которые веселые, бегают еще. Но они были все ВКонтакте. Те у меня в ванной, за ними буду наблюдать. И на капельнице у нас пятеро. Пять малышей на капельнице. Шестую. Я так закружилась с этими капельницами, с этими отравленными. Малыш у меня один погиб, я не вытащила его с глистной инвазией. Мальчик погиб. Девочка жива. Ну... Отравленный мальчик плохой. Тяжелые у меня сейчас малыши. Такие тяжелые, что всю душу уже вымотали, все нервы. Я уже даже не знаю, что им колоть, что делать. Какая-то эта неделя у меня очень страшная. По-настоящему очень тяжелая и страшная в моральном плане. Тут малыши умирают, тут тяжело им уколы делаешь, капельницы. Тут моя алкашня вон напилась сегодня, выгнала одного, думала вообще лопатой убью. Замахнулась на него, говорю, вон отсюда. А он мне заявляет, а чё, я когда пьяный, я лучше работаю. Вот и что ты с ними разговаривать будешь, с таким контингентом, понимаешь? А ведь не дай бог этого придурка пьяного собаки покусают, и что будет? Отвечать за него я буду. Выгнала сегодня. Все, я говорю, если ты до такой степени стала ужираться, говорю, уходи, говорю, чтоб я тебя от греха подальше, говорю, пока я тебя лопатой не перекрестила. Обиделся, ушел. Завтра протрезвеет, придет назад проситься. Но... За один день у нас появилось 4 мамы, у которых по 8 щенят, у 2 9. Это было месяц назад. Вот и пусть посчитают, если у нас за один день только появилось 40 собак, которых мы забрали, одну маму забрали из леса, из-под моста, двух забрали со стройки и одну забрали с детского садика. Вот и пусть она подумает, где мы берем такими темпами собак. Мы не берем огромных собак. Мы находим мам со щенками. Именно поэтому в такой страшной прогрессии растет количество животных. Мы считаем общее количество, а не крупных взрослых собак, как они себе это представляют. Плюс нам накидали за один день тогда коробка 15 котят. Вот пусть она и считает, где мы их берем. Мы же не по одной собаке находим. А это новости по Смоле, нашей слепышечке, и по Дарику. Ребенка нашли в парке. Молодые люди. И принесли мне вот только что. Девочка слепая. Приблизительно 2,5 месяца. Слепая полностью. Операция будет необходима через пару месяцев, когда она окрепнет. Я назвала ее Смоли. Им подбрасывают одну коробку. В коробке 8-9 котят. Вот и пусть считает, откуда мы так быстро набрали животных. Волна пошла как раз. Малыши народились, и сейчас они подрастают. И люди от них избавляются. Из помойки достали вон тогда помет с 4 котятами. Пусть посчитает. Она не верит. Мы с радостью всех вновь прибывших будем пересылать ей. И посмотрим, в какой прогрессии они быстро у нее будут расти. Это учитывая то, что от половины звонков мы просто отказываемся. 2 новых щенка, 2 девочки. 2 новых щенка. Внешне приличные, хорошие. Но они в тяжелом состоянии, потому что у них глистная инвазия жуткая. Они находятся у меня всего 2 дня. Всего 2 дня. Это вот сутки как пошли после глистогонки, и вот так им стало плохо, и вот такая гадость с них полезла. У девочки глистная инвазия очень сильно. Глисты с нее просто лезут отовсюду.
Вот сейчас два малыша, с виду хорошие, все. Но уже глаза тусклые, вот сейчас вместе с кровью. Ком таких вышел, что вон и соседка моя напугалась, и я. И она смотрит, говорит: Валя, неужели такое бывает? Я говорю: да, такое бывает. Пучок целый вышел. Фотографировать не стала, потому что омерзительно. В следующий раз обязательно сфотографирую. Но в этот раз просто даже не сориентировалась, настолько плохо было, что спешила быстренько попу промыть ребенку. Девчонки, не знаю, что делается. И просто не знаю. Я не знаю. Надо срочно. Короче, девчонки, сейчас первоочередная задача. Надо на 1000 собак собрать глистогонку и капли от блох. На 1000 собак. И обработать их по новой, каждому чуть ли не двойной дозой. Через 10 дней обработать еще раз. Потому что то, что начало твориться, это ненормально. Я не знаю, откуда такие глисты. Я такие глисты еще не видела, девочки. Огромные. Это аскариды, но они огромные, толстые. Понимаете, я даже не знаю, что это такое. У маленьких малышей, которых вот мы подбираем на улице, ну не могут у них такие аскариды быть. Обычно в таком возрасте они у них другие, меньше, тоньше. А в этот раз просто как огромные стержни вылезают. Я такого, девчонки, не видела за все эти годы. Девочки, у меня волосы дыбом, потому что сейчас принесли трехмесячных, где-то нет, 3-3,5 месяца малышам. Дала глистогонку. Девочки, из них выходят глисты толщиной в полпальца. Мы думали сначала, что он какую-то веревку съел. Это выходят такие глисты. Это страшно. Я таких глистов сама не видела. Это все равно, что я даже не знаю, как сказать. Я даже не знаю, с чем сравнивать. Как стержень от шариковой ручки. Вот такой толщины глисты идут. Вы можете себе представить? Огромные, белые, вот такой толщины глисты. Это страшно что-то. Это что-то страшное. Такого я никогда не видела. Я никогда такого, девочки, еще не видела. Таких огромных и толстых, как змеи. Я не смогла спасти этих двух девочек. Не смогла, девочки. С них столько паразитов вылезло. И я надеялась, что самое страшное позади. Я ничего не смогла сделать. А внешне дети хорошие. Они должны были выжить. Но почему-то не смогли. Крупные, хорошие. Господи, простите меня. Она продолжает поступать помощь. И дай Бог здоровья этим людям. От всего сердца, девчонки, правда. Дай Бог здоровья этим людям. Благодаря им мы живы. Спасибо им. Танечка, милая, сегодня принесли твою посылку. Скорее всего, это твоя. Милая, спасибо огромное. Большое-большое спасибо. Спасибо, девчонки. Насчет попонок не заморачивайся, моя хорошая. Шею лучше подстилочки, я очень тебя прошу. Подстилочки мне гораздо важнее. А попоночки всегда вот здесь, может, у меня вон то одна соседка принесла, мне несколько штук сшила, то другая. Понимаешь, котик, насчет попоночек это не страшно. Можно старенькие использовать несколько раз. А вот подстилки очень нужны. Танюш, если можно, я бы тебя попросила именно шить подстилочки. И спасибо, мой золотой. Только я ее еще не распечатывала. Муж мне сказал только сейчас, что он положил ее на кухне. Представляешь? Ты извини, моя родная, я сейчас так устала, что я распечатаю ее только завтра. Но она у меня уже дома. Вот рядом с лекарствами. Котик миленький мой, Танюша миленькая моя, дай Бог тебе здоровья. Спасибо. Завтра распечатаю и покажу твои дорогие красивые подстилки, какие ты нам шьешь. Спасибо тебе, солнышко мое. И ты не сумасшедшая. Посылай нафиг всех, кто тебе такое посмеет сказать. Сумасшедшие это они, потому что у них душа еще не открытая. Поэтому они живут для себя. А мы уже чуть-чуть начали жить для других. И это, по-моему, очень важно.